Всем привет! Сегодня мы посмотрим на карту Фазенда Панальмо. Видите, начинаем мы вот в таком уютном доме. С кружечками, там, с мебелью, со всей ерундой. Довольно занятно сделано, как мне кажется. Вон здесь у нас сразу стоит пикап. Тоже модовский. Но вместе с картой. Задний борт у него откидывается. Можете наблюдать. Ну, давайте проедем, посмотрим нашу стартовую технику. Техники стартовой это очень много. Ну, здесь вот стоит Lamborghini, насколько я понимаю. Тут заправка для удобрений. Еще посмотрим, что тут есть. Вот заправка топливом. Вот здесь вот у нас кейс стоит, трактор. Вот здесь два трактора с прицепами перегружателями. Ман с самым клевым прицепом. Два комбайна кейса и два комбайна New Holland. Это все стартовая техника. Склады самые обыкновенные, стандартные. Для щепы даже конвейера нету. Вот здесь вот картофельный, свекольный. Вот щепа. Здесь вот мы видим склад обычных зерновых. Животные находятся все рядом с фермой. Сейчас мы посмотрим, где тут что. Ну, вообще так ничего. Вот здесь у нас коровник. Овчарня с модом для палетов. Самовывоз молока присутствует. Вот курятник. Ну, здесь, я так понимаю, пункт продажи соломы. Куры, вот они, тут бегают. Итак, карта. Как вы видите, просто огромная. Поля просто огроменные, как и положено в нормальной карте. Краев не видно. Культуры на этой карте стандартные. Добавлены только лен и люцерна. Животные тоже стандартные. Ландшафт, в принципе, довольно интересный такой. Для фазенды как раз таки подходит. Маленький домик, огромные поля, много техники для работы. Карта заточена для работы с курсплеем, так как стоят прицепы перегружатели, поля огромные, ман. Вот здесь вот видим станция биогаза. Сейчас так прокатимся по ней, посмотрим. Вот видите, перед собой поля просто огроменные. Работа с курсплеем, карта довольно таки подходит. Дороги широкие, как общую оценку карте можно дать как твердая четверочка. Вот правда, только что лесных угодий здесь нету для любителей. Работы с лесом ему придется сначала высадить. Сейчас мы проедемся, посмотрим на пункты продажи. И у нас находится вон там на горизонте. По производительности этой карты могу сказать одно. Грузится легко, не лагает, не тормозит, ничего. Размер карты маленький, до 200 мегабайт.
держит производительность довольно-таки уверенно. Кстати, вот вы видите справа, это текстуры кукурузы. Довольно занятные такие. Какая-то прям испанская или португальская кукуруза. А слева еще не досозревшая. Объекты на карте, кстати, все проездные. Смотрите сами. Деревья ничего не мешают, ни столбы, ничего. Тоже такой плюс карте, что работники, которые будут работать с кроссплеем, не будут ни во что упираться, никуда тормозить, не буксовать, ничего себе не будет происходить. Вот здесь вот мы подъезжаем к пункту продажи. Здесь как оптовая свалочная база. Вот он, пункт продажи зерна. Здесь вот лес покупается. Вот здесь пункт продажи молока. Ну а здесь продаются яйца и палеты с шерстью. Ну, вообще карта подойдет для игры как в одиночку, так и для сетевой. На сетевой, я думаю, когда куча народу, тут найдется чем заняться. Так как поляны действительно просто шикарные. Просто огромные. Ну, на этом у меня все. С вами был Френос. Ставим лайки, подписываемся. И будем продолжать смотреть на карты для фермер-симулятора 2015.